Архив, подай ремешок. Подержи-ка. Крепко. На, возьми. А ну, давай, подымай. Господи, успеть бы. Давай скорей, отвязывай. Архив, я сейчас, сейчас я. Скорей, скорей, Ефим! А в Москве-то, видать, живописцев без нас, видимо, невидимо. А, Данила? Ну чего, подыщем работенку какую-нибудь. Все это, конечно, так, да только обидно, что ли. Да. Вот, скажем, береза эта. Ходил каждый день и замечал. А знаешь, что не увидишь больше? И он какая стоит. Конечно, 10 лет. 9. Да ты 9, а я 10. Да нет, я 7, ты 9. Дочь. Давай сюда.
Да пойдем, не размокнем. Шлевотахая! Маловаль с медом рогая! Повстречали барина, барина, боярина, кривого татарина, стали песни играть, величать да потешать. Как у барина, боярина! Все и шарит, и сварина! У боярина, боярня, лакома! Ох, отвернет на сторону, да не всякому! Барин, сударь, накроем дверь, боярин едет! А боярин свое пройдет, вы скоморочите, воры да пьяницы! Вас секут, секут, секут от пятницы до пятницы! Вам, козлы да бродяги, сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! Оп! Они вот тут пониже пупочка, повыше коленочка запилили. Был барин молодой, смехом-то быстро, и обрель чисто, а без бороды не ладно, либо чита любая баба с бородой не надо. Ай, моей платье, как в лохано яйце скачет, ай, козелый тот с бородой, побегу-ка я домой, стучал в окошко, а боярь-то не признала, о, видала розу голую. И никак не взять на бороду. Скалки промеж глаз. Раз, ой. Это что? Не балуй. Сразу не гоже. Парке одевай на рожу. Ишь, манишь, боярь без бродиши. Да, боярь, ну, задним гусенька, га-га. Побежал дорогою, кровою, одноногою, кровою, да не зрячую, удачую, собачью. Потречал его поп, да за бабу его топ. Прицикнулся, притыкнулся, в кусты за ним кувыркнулся, в кусты за ним кувыркнулся, прицикнулся, притыкнулся. И даны, наны, 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 наны. Если знать всего штаны, и так его, и всякого, и дякого, и всякого. И все страны, и все страны, ой, одинаково. Эй, что же по глаза? Где же мини-роза? Захни! Лыжкую! Лыжкую! Увидала бабу голую! И взяла ее за бороду! Увидала бабу! А что-то я все умею! Увидала бабу голую! Да вот гроза. Переждать бы. Ну, проходите. Может, брашки выпейте, смотри, как вымокли. Спасибо, не пьем. И баб не трясем. Oh!
Бог дал попа, а черт скомороха. Бабу голую. Ну-ка, пойди сюда. Отдай ему. Ты где был? На дворе. Пойдем, а? Данила, слышь, Данила, дождь кончился. Пойдем. Спаси Христос, хозяюшка.
чудил. Так теперь и в Москву подался. Невиновен я! Невиновен! Строг, грамотно, перехватили. Оклеветали, гады! Сейчас косточки. Все, народ! Пусти! Есть кто живой? Посмотреть пришел. Посмотреть. Смотри, смотри. Сейчас олифить будем. Так это ты и есть этот? Грех, Феофа. Вот-вот. А что ты на меня смотришь? Ты туда смотри. Сам-то откуда? А из Андронникова монастыря. Из Андронникова? Так вести небось Андрей Рублев. Не. А то слыхал. Все хвалят в голос Рублев. Так ведь мастер. Так куда ему до этого? И краски все какие-то смирные. Господи, да ведь это ж просто. Что ж хвалить перестал? Говори, знай. Так ведь не могу. Складно не могу. Правдиво сказано у Константина Костиченского. В суть всякой вещи вникнешь, коли правдиво наречешь ее. А Андрей, так ведь я и в глаза ему скажу. Он ведь как брат мне, хвалит его, это верно. Так ведь он и краски ложит тоненько, нежно, умело кладет. А вот только нет во всем этом у него. Страха нет, веры, веры, что из глубины души исторгнут. А и простоты. Как это у Епифании-то? А Сергию добродетель-то сказано. Простота без пестроты. Так ведь вот что это. Это святое. Простота без пестроты. Так лучше-то и не скажешь. А ты, я гляжу, мудрён. А коли и так, хорошо ли это? Может, лучше-то во мраке неразумие велению сердца своего следовать. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Прошка! Где Олимпа? Кому уши драть? Аль провалились все. Говорят, ты пишешь быстро. Быстро. А что, не могу иначе, надоедает. Один раз целую неделю чухался, бросил. Выбросил? Ну, зачем выбрасывать? Квашеную капусту придавливал. И, к слову, все надоело, во! Учеников-помощников пруд пруди, а ни одного толкового грамоты путем разобрать не могут. Слышь, иди ко мне в помощник. Не шути ты со мной, не смейся. Не смеюсь я вовсе. Мне по Москве
В Москве по весне церковь Святого Благовещения расписывать надо. Идти, а не с кем. Там уже леса строят в Москве-то. Понял? Да ведь понял-то понял. Да только не справится. Да я тебе все расскажу, объясню. Ты по сырому левкасу делал когда? Ну, вот, с такой головой-то тут вон какие дурни то по стенке водят. Так ведь сказал мне ты, будет об этом. Ну, как знаешь. Не припомню такого. Смотри, не пожалей потом. Я злопамятный. Пожалею, не пожалею, а тебе грех. Пришел к тебе нищий монах, безвестный. Понравилось тебе, что с ним можно про книжки толковать. Вот ты и решил, не глядя, благодетельствовать. А я вот уже третий год книжек-то не касаюсь, да и не хочу более касаться. Это что ж так? Да уж так, друга, у меня дорога. Помру я скоро. Ну, это ты зря. Нет, верно, помру. Третьего дня ангел приснился. Пойдем, говорит, со мной. А я ему, я и так скоро помру без тебя. Вот. Может, надумаешь. Ладно, но только у меня к тебе один уговор будет. А что хочешь, деньги? Пополам идет? Да нет, работать я за даром буду. Но только ежели ты сам за мной в Андронников приедешь, сам при всей общине, при владыке самом, упросишь меня к тебе в помощь идти, при братье всей, при Рублеве Андрее, вот тогда я тебе как раб, как собака служить буду до тех пор, пока не помру. А тебя-то как звать? Кириллом. Кириллом. Тоже православные, правдолюбцы да христиане. Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите. Сами грешники немыслимые, а туда же судите. Креста на вас нет. Великий князь повелевает тебе Москву явиться. Храм Святого Благовещения расписать велит вместе с Феофаном Греком. Скажи. А что? Верно он, Андрей Рублев, а? Верно? Так ведь он и есть, Рублев, а я Кирилл. А Феофан Грек велел сказать тебе, чтоб ты был в Москве. И видеть тебя желаю. И Феофана благодарю. Скажи это. Ну, мол, приду. Ну, башка твоя, помоги. Уведи ее сюда. Что так? Помощников себе возьми, каких хочешь. И завтра, чтобы приходили. А кузница где-нибудь поблизости есть, а то я тебя опять завалю. А вот как выйдешь за ворота, там будет часовня, а за часовней кузня. Прощайте, божьи люди. Прощай, прощай. А может, сегодня пойдем, а? Данила. Соберемся быстренько и отправимся. А то вдруг передумает Феофан. Я не пойду. Ты что? Как не пойдешь? Да так. А как же я без тебя? Как знаешь. Так ведь я думал вместе. А чего ж ты за меня думал? Меня не звали. Да
не смогу я без тебя. Сможешь. Согласился, и ты меня не спрашивал. Быстро согласился. Феофан только пальцем поманил. Да ты не горюй. Ни ты первый, ни ты последний. У меня и без тебя тут дела хватит. Ну и слава богу. Фома, Алексей, пойдемте. Петр, собирайтесь, со мной пойдем. Веселись, юноша, в юности твоей. И да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия от них. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над кладезем, и возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклезиаст, все суета. Кирилл, ты отца Никодима не видел? Куда-то он с утра запропастился. Взял мои рукавицы, и как в воду канул. А мне дрова разбирать, поленья-то ледяные. А ты чего лучину жгешь? Утро давно, а ты лучину жгешь. Ты собаку-то мою кормил? Ну, ты просил, что ли? Ты чего? Забыл чего, что ли? Проститься пришел. Так уж простились. Проститься пришел, а... Мне и без того тяжко было. А тут дьявол, возьми и сотвори вражду между нами. Не могу я так уйти. Исповедаться должен. Примешь? Ведь не смогу я. Ничего, Данил. Сколько лет в одной келье прожить? Ведь кроме тебя и нет у меня никого. Я твоими глазами на мир гляжу. Твоими ушами слушаю. Твоим сердцем.
Данила. Рад я за тебя. Непутевая твоя голова. Если бы ты знал, как рад. Иди в Москву, пиши. И мне гордость будет. Мне дальше тоже бес попутал. И ты прости меня. Данила. Ты куда? А вечерня? Выстоите без меня, я без вас как-нибудь обойдусь. Да ты что, Кирилл, сегодня, ей-богу. Может, что случилось, Кирилл? Надоело мне, врать надоело. В мир ухожу. Почему мы из Троицы-то ушли, а? Андрей, Данила, молчите. Да потому что братья выгоду свою стало выше веры ставить. Забыли, зачем в обитель-то пришли? Ну а здесь? Думали, будем служить Господу верой и трудами, а что получилось? Монастырь-то на базар стал похож. Вот ты, раб Божий, что дал за иночество? 20 душ, а может 30. А ты? Все ходил за настоятелем, торговался. За два, может, за один даже лук заливной блаженство себе вечное выторговывал. Да вы и сами все без меня знаете, только молчите. Делайте вид, что не замечаете ничего. Может, и я бы молчал и терпел всю мерзость эту, если бы талант был у меня. Да что там талант, хоть бы небольшая способность иконы писать. Не дал Бог таланта, слава тебе, Господи. И счастлив я, что бездарен, потому только честен я и перед Богом чист. Кирилл. А еще скажу я вам, братья. Ну, вот ты нам здесь скажешь. Что скажешь, братец, чего мы не знаем? А ты-то сам знаешь, что с такими, как ты, бывает? Скажи, ведь я не обижусь, небось. Так ведь я же... А ну, пошел вон, пес! Пошел вон с глаз моих, змеево отродье! В миру приживешься, охальник! Ну вот, видите. Кирилл. Слышь, Кирилл. Сказано! Сказано! И вошел в храм Божий Иисус и выгнал всех продающих и покупающих во храме. И опрокинул столы миновщиков из камня продающих голубей. И говорил им, дом мой домом молитвы наречется, а вы из него сделали вертеп разбойников. Фу! Я 3 года Даниле кисти мыл, пока он мне икону не доверил. Чудо. Не подновить, а отмыть только. А ты не доверяешь? Так ты же врешь на каждом шагу. Пришел вчера. Ряса липкая, склеилась вся. Ну, где ты вчера был? На пасеке. А вчера сказал, что в Андроников ходил. Ты посмотри, на кого ты похож. Посте. Примочи, что ли, чем-нибудь, землей затри, а то заплывешь весь, как боро. Да теперь поздно, небось, не поможет. Сочиняешь ты, брат, без конца. Я даже думаю, может, ты болезнью заболел какой? Какой болезнью? Да как же.
Есть, наверное, такая болезнь, что человек врет, врет и остановиться никак не может. Глянь, Фома. Глянь, говорю. Чего, глянь? Ничего, балда. Не понимаю, как я тебя в ученики взял? У тебя всегда так. Сначала одно, потом другое. Сам Феофану говорил, этот Наршин в землю видит и голубец любит. Так ты ж тогда другим человеком был, старался. Не врал. А потом знаешь, что Феофан про голубец твой сказал? Ох, да брата голубец. И поесть ты здоров. Как только после этого пишешь, ума не приложу. Так когда в брюхе звенит, что на ум-то идет? Только тот звон и слышишь. Счастливый ты, Фома. Все тебе просто, да ладно. Так через молитву только от видимого к невидимому душа-то дойти может. Смотри, чего это? А? Значит, слева решил оставить апостолов. Не на столбе. Фома, а ты клей с огня снял? Клей с огня снял? Видишь ты, голубец он любит. Драть его нужно по субботам, как Сидорову козу. Прям же ты, Андрей, прости господи. Ну где ты видел-то все это, когда каждый за задницу свою трясется? Да сколько хочешь. Да те же бабы московские свои волосы для татар выкупом отдали. Им же дурам делать ничего другого не оставалось. Лучше опростоволоситься, чем истязание выносить. Причем же тут без корысти? Да нельзя так. Правда, так уж ведется, что бабы на Руси унижены и несчастны до крайности. А потом не про то я. Ну хорошо, ты мне скажи по чести. Тёмин народ или не Тёмин? А? Не слышу. Тёмин. Только кто виноват в этом? Да по дурости собственной и Тёмин. Ты что ли грехов по темноте своей не имеешь? Да как не иметь? И я имею. Господи, прости, примири, укроти. Ну ничего. Страшный суд скоро. Все как свечи гореть будем. И помяни мое слово, такое тогда начнется. Все друг на друга грехи сваливать начнут, выгораживаться перед вседержителем. И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю. Восхваление еще принимаешь. Да я бы уж давно схиму принял. Пещеру бы навек поселился. Я Господу служу, а не людям. А похвалы? Сегодня хвалят, завтра ругают. За что еще вчера хвалили, а послезавтра забудут. И тебя забудут, и меня забудут, все позабудут. Суета и тлен, все. Не такие вещи и то забывали. Все глупости и подлости род человеческий уже совершил. И теперь только повторяет их. Все на круге своя. И кружится, и кружится. Если бы Иисус снова на землю пришел, его бы снова распяли. Да уж, конечно, если только одно зло помнить, то перед Богом и счастлив никогда не будешь. Что?
Да, может, некоторые вещи и нужно забывать, не все только. Не знаю я, как сказать, не умею. Не умеешь, так молчи, меня хоть слушай. Ну, что смотришь? Так что, ты думаешь, что добро только в одиночку творить-то можно? Добро, добро! Да ты Новый Завет-то вспомни! Иисус тоже во храмах людей собирал, учил их. А потом они для чего собрались? Чтоб его же и казнить! Распни, кричали, распни лисе этой! А ученики? Иуда продал, Петр отрекся. Все разбежались, и это еще лучшее. Да раскаялись же они. Так это же потом, понимаешь ли ты, потом, когда поздно было. Ну, конечно, делают люди и злое, и горькое это. Продал Иуда Христа. А вспомни, кто купил его? Народ? Опять же, фарисеи да книжники. Свидетели так и не нашли, как ни старались. Кто же его невинного оклевещет? А фарисеи эти на обман мастера. Грамотные, хитроумные. Они и грамоте-то учились, чтоб с власти прийти, темнотой его воспользовавшись. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские. Одна кровь, одна земля. Зло везде есть. Всегда найдутся охотники продать тебя за 30 серебряников. А на мужика все новые беды сыпятся. То татары по 3 раза за осень, то голод, то мор. А он все работает, 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 несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Разве не простит таким Всевышний темноты их? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился. И вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим, и словно причастился, и все легче сразу. Разве не так? Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить. Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его дело руцы Божией. И должно было вызвать ненависть не у тех, кто распял его, а у тех, кто его любил, ежели бы они окружили его в ту минуту. Ибо любили они его человеком, а он сам по своей воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость.
Ты понимаешь, что говоришь? Упекут тебя, братец, на север, иконки подновлять за язык твой. Что, не прав я? Сам же всегда говоришь, про что думаешь. Так что же мне? Я человек мирской, свободный. Сергей, давай сюда! Сейчас! Разжигайте пока костер! Фома, ты что там? Пойдем за дровами. А Петр-то ни Успенского, ни Дмитриевского собора не видал ни разу. Ничего, улазит по лесам, помашет кисточкой, поймет, что к чему. Да, не успеем. Ничего, завтра будем. Да нет, до холодов собор расписать. Июнь уж скоро. А, Андрей? Ты чего? А? Погоди. Слышь? Соловей. А больше ничего? Идем. Что это? Идем же, идем. Колдуют. Андрей! Андрей! Куда ты? Я гляжу, вроде как гад черный таится. Да вы все ты им этим божьим угодником. Да вы что? Знать надо! Пустите. А вот с утра пора не отпустим. Только наперед камешек подвесим, чтоб способнее было к месту доплыть. А ну-ка, куда? Да нет, увожу.
Падет огонь с неба, всех вас покалит. Дождетесь вы страшного суда. Держи. А мы вот сейчас тебе к этой крестовине-то и пристроим. Так? На вроде Иисуса Христа, а? Да вы что? Мужики. Погоди. Мужики, да нельзя мне так. Погоди. Ну что вы, грех это. Ну хоть ногами кверху вяжите. Мужики, братцы. А? Пошли. Пусть повисит. Ну вот, пусть себе так и ночует, когда не вознесется. Да никуда не денется. А ты чё голова вниз просился? Совсем худо было бы. И нас зачем ругал, огнем грозил пожечь? Так ведь грех это так вот ногами-то бегать, творить там всякое грех. Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех? Какая ж любовь, когда вот так хватает да вяжет. А то как же. Вдруг дружину наведешь монахов, насильник своей вере приводить будете. Думаешь, легко вот так в страхе жить? А вот и страх кругом, потому что либо совсем без любви, либо срамная надо скотская, на плоть без души. А любовь братская должна быть. Они все едино. Любовь же. Что ты... Отвяжи ты меня.
Ты где был? Ты где был-то? Лиса тут не в пролаз. Ободрался весь. А здешним мило. Привыкли. Все ведь от привычки у людей. Старикам, небось, и думать не надо. У них день с утра сам катится по заведенному. А может, нет. Может, им как раз отрадно все тянется от утра до темно, и конца нет. Эх, ты посмотри, на кого похож ты. Весь царапанный, весь в синяках. Перед учениками не стыдно? Пораньше-то прийти не мог, что ли? Да нет, не мог. Твой грех, твоя совесть, твои молитвы. Сюда давай, лови ее! Бабу держи! Держи, держи его, держи! Держи ее! Беги, Марка! Беги! Дымышко! Зачем ты, а? Зачем ты? Затем, что в Бога единого не верую, но чтут язычных и проклятых. Не смотри, Сергей. Слышь? Не смотри, нечего тебе смотреть. Слышишь или нет, что говорю? Князю вашему! Не надо. Пусти. Пусти его, пусти его. Помоги, помоги, догоняй. Замотался. На беде не балуй. Лихоте. Стой! Помоги! Федор! Федор! Эй, да вы что, можете издать ему? Маму заломать не можешь. Врешь, не торопись. Лови ее! Да куда ты? Она тебя утопит в раз. Не бегай! Фома! Чего тебе? Я сбегаю, искупаюсь. Нечего, нечего. Жарко. Ничего не жарко, не ври. Да пусти ты его искупаться. Да, дай ему волю, так он в воде до посинения сидеть будет. Сбрело в башку, что жарко, вот он и ноет. Да это я. Я первый сказал, что жарко, а не Сергей. Хватит. Все. Хочешь купаться? Иди. Ну иди! Чё сидишь-то? Иди, иди! О! Мирёк! Мама! Мама! Где Андрей-то? Нету. Нету? Тут такое дело. Такое. Только захожу я сейчас к архиерею нашему.
Захожу я сейчас, а там шум, крик, гам такой. Архиерей в исподней, красный весь архиерей бегает. Нету, говорит, моего терпения, нету, все, все. Это сон про вас, все, это про вас. Два целых месяца, говорит, два месяца. Уже как все подготовлено, а ничего не готово. Не чешутся, говорит, бездельничают. Сколько, говорит, денег запросили, а все бездельничают и ничего не готово. А вы правда много запросили денег, а? Какой там? Мне, говорит, все равно! Даниил Черный, Андрей Рублев, все равно, говорит! Что это такое, говорит, что? И вот, вот такое лицо сморщил. Что такое, говорит, что? Что мне Рублев, что мне Андрей? Мне, говорит, чтобы к осени был собор расписан и конец. Гонца послал. Жалобы к великому князю. Гонца послал. Гонца послал к великому. Это вы знаете. А что? Еще не начинали? Знаете вы? Вы давайте. А то знаете. Где Андрей-то? Опять шел куда-то. А может вы без него? А? Давайте-ка начинайте без него. Ну, чего ты смеешься? Вон вас сколько, а? Если он чего не решил. Вон вас сколько. Один ведь он ум-то хорош, а два? Эх, Андрей, Андрей. Ну, вон и гонец поскакал, князю жалится. Ты скажи, да или нет? Чего? Да или нет? В Москве было все решено? Все ж до последней мелочи оговорено. Сам великий князь сказал, что хорошо. Так что ж тебе тогда не ясно? Ну чего мы два месяца до крепоты спорим? Нет, ты втолкуй меня, может, я стар стал, из ума выжил. Страшный суд. Бери, пиши. Хоть от работы отказывайся, ей-богу. А может, и правда, откажемся, и все, вернемся, и все. Да как я людям в глаза глядеть буду? Я со стыда сгорю. Какое время тень, теплынь, сухота. Уже давно купол бы закончили бы и столбы тоже. А как их разделать-то можно было? Звонко, красиво. А справа грешников, кипящих в смоле, написать можно бы так, мороз по коже. Поэтому такого беса придумал. Дым из нас, глаза. Да не в этом дело, не в дыме дело. А в чем? Не знаю. А почему глаза отводишь? А не могу я. Не могу я все это писать. Противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данила. Опомнись. На той суд страшный. Ведь не я это придумал. Не могу. Как хочешь, Данила, не могу. А чего ж ты раньше молчал? В Москве молчал. Не надо было браться тогда. Нечисто это. Ну, какой есть. Не сумел, видно, чистоту во мне воспитать. Ну вот, ухожу я от вас. По мне такая работа. Спасибо вам за ласку, за подзатыльники. Кое-чему научили. А теперь хватит, я работать пойду. Церковь пафнуть или расписать пригласили. Велика честь, да есть. Страшный суд писать ухожу. Кто со мной? Ну ладно, оставайтесь. Только не жалейте потом.
если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не поймаешь. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут. И знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем. Ну, княжна, хорошо ли? Хорошо. Грешно молоком-то плескать. Баласту какое. Ну что? А почему грешно? А потому. Ну что? Ну вытри меня. Ну, сейчас вытри. А, ну ладно. Пойдем гулять-то на речку. Пойдем со мной гулять, а? Отпусти! Ну, пойдем, моя хорошая. Отпусти, ну говорят! Отпусти, Степан, а то на конюшки отправлю! А тебе как? Нравится? А по мне лучше и не надо. Легко, красиво. Легко. Неси ее отсель. То разбаловали мамки-то. А я говорю, не робей. Все равно тебе лучше нас в хором никто не поставит. А разве так распишут? А резьба? Да ведь это только Митяй так и может. Прям без разметки так и режет. Словно птица поет. Глянь. Может, конечно, и как птица, а? Нет, что, я и на соломе пересплю. А ты великий князь. А что, не нравится? Я так скажу. Все переписать надо. И стены, и потолок, все. Только поярче, посильней. Да я 40 лет по этому делу. Да не в умении дело, а в том, чтобы умением этим князя великого прославлять. Ну, будет, будет. Ступай. Ничего переделывать не станет. Потом уходить нам пора. Уж на другую работу подрядились. Уж ждут нас в Звенигороде. Где? Ну да, к братству твоему. Там уж и камень свезли. Хорош камень. Белее, чем этот-то. Как приезжал на Пасху братец твой, тогда и поладили. Что хотите говорить, то и делайте. Денег не пожалею. Еще броку назначу. Только чтоб поставили хоромы самые хорошие. Звенигород, так в Звенигород. Степан! Как глянул я на князя, он весь так и обмер. Это когда я про Звенигород сказал? Во-во, так у него все и захолонуло. Все боится, что братец его переплюнет. А это кто резал? А я. А чего в стену не вправил? Как ты не сладил с чем? А что, хороша зверюга. А, крошится все. А я говорил князю, чтоб на камень не скупился. Небось, сейчас жалеет, когда про Звенигород узнал. Я бы ему такое нарезал. Диво. Эй! Козел! Живей! Степан! Где Степан? Тришка! Куда Степан поскакал? Да вроде на Звенигород поехал с ребятами. А, ну ладно. Ой,
ручки заморала. Извини, дорогие, у младшего братца тоже хоромы построены не хуже этих. Камень там лучше? Да, получше будет. Глянь, сотник. Чего это он, это же? Ну-ка, погодь, старшой. Серега. Чего? Почитай Писание. Откуда? Откуда хочешь. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните. И держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет укрываться, то пусть и стрижется.
А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, а жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на голове знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо не... Читай, читай дальше. Ибо как жена от мужа, так и муж и жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? И сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ими. Растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны место... Данила, слышь, Данила, праздник, праздник, Данила, а вы говорите, да какие же они грешники, да какая же она грешница, даже если платка не носит, ну... Нашли грешницу. Ну что? Ладно, ладно, не трожь. Пусть покается раб Божий. Собирай! Костры! Едем их, братья!
Мы уж уходить думали. Вчера тебя ждали. Малый город встретился. Обходить хотел, удержаться не смог. Прости, опоздал. А чего там? Поехали. Здесь и все левей тут мелко. Давай левей. Давай. Обмануть не хочешь? Зря ты это. Владимир пустой, говорю тебе. Великий в Литву подался. Левей там. Вон за тем бором, вон город. Говорят, у великого князя молсног растет. А ты на престол замахнуться, а? Ну, это еще посмотрим. Я вижу, ты очень хочешь на престол. Но понимаю. Куда ты? Сказано же было левей. Держи! Ты любишь брата? Видно, судьба наша такая. А когда последний раз мирились? А я не мирился. Митрополит вызывал, велел перед Богом поклясться, что будем в мире и согласии. Приехал, братец-то. Угу.
Россия, Владимир. А, князь? А. Это тебя немал город. Эй, пошли! Пошли! Сейчас я его... Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже. Я покажу тебе, сволочь Владимирская. Братцы! Лови его! Ну, хватайся! Эх ты, баранья башка! Ну-ка, кругом беги! А ты что, оглох, кругом давай, ну! Куда это попали мы? Нет никого! А? Разбежались все. Выросла твоя сучка. Забыла меня, а? Не узнала меня.
Кларга! Караган Кургасайн! Не жалко собора, а? Слушай, князь, а что это за баба лежит? Не баба, Дева Мария, Рождество Христово. А в той ящике? Христос, сын ее. Так какая же она дева, если у нее сын? А, хотя у вас... На Руси еще не такое бывает. Интересно. А, больно!
Ой, мама! Ой, мамочка, больно! Ой, ой, горю! Ой, больно! Ой, вот беда-то какая! Не знаю я, где золото. Не знаю, наверное, украли все. Наверное, ваши татары украли. У вас ведь вор на дворе. У вас ведь ты бы своих поспрашал. Своих поспрашал бы, а? Сказал? Еще не говорил правду. Что же вы? Выходи. Выходи, что скажу. Посмотри, как русского православного невинного человека мучают ворюги. Посмотри, Иуда, татарская морда. Врешь ты, русский я. Признал я тебя, на брата похож. Признал, Русь продал. Русь, признал я тебя. Больно. Ноги татарской на русской земле. Перед Господом Богом клянусь, не будет. Крест поцелую. Крест. Дайте крест православному. Сейчас, сейчас. Будет тебе крест. Когда грехи есть, простит нас Господь. Милости Он простит. Господи, ведь правда простишь ты меня. А вот вы все кипеть будете в смоле кипящей. Вы уйдете, а мы опять все построим. Мы все. А вы в гиене огненной кишки свои повыпускаете. Oh!
Феофан, ты же помер. Ты мне приснился. Будто из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем мне грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. А ты смотришь, и пальцем в окошко стук-стук. А я кричу тебе. Что кричишь? Послушай, что же такое делается? Убивают, насильничают. Вместе с татарвой храмы обдирают. А ведь ты говорил мне. Только мне теперь хуже, чем тебе. Ты уже помер, а я... Помер. Ну и что? Да не о том я, а что полжизни в слепоте провел, полжизни как этот. Я же для них, для людей делал днями, ночами. Не люди ведь это, а? Правду ты тогда говорил. Правду. Мало ли, что я тогда говорил. Ты вот теперь ошибаешься. Я тогда ошибался. А разве, Вера, ни одна у нас, ни одна земля, ни одна кровь? Один татарин даже улыбался. Вот так. Кричался. Вы без нас друг другу глотки перегрызете. А? Позор-то какой. Всех перебили. Серегу моего тоже. Я его в такой день нашел, Сережку. Вот, только она одна и осталась. Ну ладно, уходить мне пора. Погоди. Прошу тебя, не уходи. Тебе что, нехорошо со мной? Скучно? Ну, я не буду, не буду. Давай сядем, поговорим. Я тебе расскажу... Я и так все знаю. Знаешь. Я писать больше никогда не буду. Почему? Не нужно это никому, вот и все. Подумаешь, иконостас сожгли. Да меня знаешь, сколько пожгли? В Пскове, в Новгороде, в Галиче. Великий грех на себя берешь. Я тебе самого главного не сказал. Человека я убил. Русского. Как увидел я, что тащит он ее. Ты посмотри. Ну, посмотри ты на нее. За грехи наши и зло человеческий облик приняла. Покушаешься на зло, на человеческую плоть покушаешься. Бог-то простит, только ты себе не прощай. Так и живи.
меж великим прощением и собственным терзанием. А грех твой, как там, в вашем писании? Научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту. Тогда придите и рассудим, сказал Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. О! Не забыл, помню. Может, и тебе полегче станет. Знаю, Господь милостив, простит. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Хорошо я придумал. Нет у меня права тебе советы давать. Нельзя. А ты разве не в рай попал? Господи! Скажу только, что там совсем не так, как вы все тут думаете. Русь, Русь, все-то она родная терпит, все вытерпит. Долго так еще будет, а, Феофан? Не знаю, всегда, наверное. Все же красиво все это. Снег идет. Ничего нет страшней, когда снег в храме идет. Правда? Яблоки какие-то все гнилые. А, сколько лет земля носит, а такого голода не видывал. Вымираем потихонечку, прости Господи. В округе-то никого не осталось. Пусто по деревням. Вон Ходьковский, все ушли кто куда. Семеновской тоже будто побежали. Побежали, побежали. А. Нет никого в Семеновке. С утра проходил. А во Владимире еще пуще. Там третий год не урожай, весь народ убег. А кто живет, крыс ловит до мышей.
Ты чего шепчешь? Не шепчусь, я застудился, в озере ночевал. Как же так? Волки одолели, все по пятам шли. Ну, я от них в озеро зашел, до сих пор стою. Молю Бог, что мне прыгнули. Так стоял, покуда светать стало. Вылез, онемел весь. Вот другу неделю никак не отойду, трясет. Значит, Владимирский ты? Да жил я там. Вон, еще один Владимирский идет. Самого Владимира не говорит. Обет молчания дал. Согрешил. Кается. Из Владимира с собой блаженную привел. Немую. Вот они вместе и молчат. Это для позора своего и привел. Чтобы грех свой все время перед собой иметь. Вот она, святость-то. Артель Андреева. Да распалась вся. Кого ордынцы забили, а кого разметало в разные стороны. А Данил жив? Да разные говорят. То ли на север пошел, то ли помер. Так что он ремесло свое так совсем забросил? Не как Кирилл. Кирилл, ты... Вот для Фоди, ей-богу. Теперь татар напустил. Эй, отойди! Yalalar biz! Ай-яй-яй, как нехорошо грязное мясо кушать. Беркаси, это ты, Берузина. Господи, приходи, Владимир.
владыка, ради Господа Бога, нету правды в мире без попутов. Не могу я более грешить изо дня в день, а без этого нельзя в миру. Грех кругом нечистота, прими отче покаяние мое, денно и ношно ноги целовать буду. А, говорит ты, прежде был гораст, не разжалобишь. Ах, отче, отче, знал бы ты только, сколько горя я вынес, сколько зла вытерпел, простил бы ты меня. А я себя никогда не прощу. Не передо мной виноват, перед Господом. Оставайся. А во искуплении грехов своих Святое Писание 15 раз перепишешь. Келью покойного отца Никодима займешь. Спасибо, Господи! Ой, спасибо, брат! Ой, как хорошо! Как хорошо! Спасибо, отец родной! Спасибо! Rasyonel seni yaradım kaldı böyle. Yarı. Yarı. Yürü atarsın olsun ya. О, хороший русский. Конина кушает. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будешь. Моя 7 жен имеет. Русский жена нет. Каждый день будешь конина кушать, кмыс пить, деньги в волосы носить, а? Ну? Бутили қыз өзін яратып қалды, алып кетеміз ордаға. Бутили қызын аламыз. Соқтандырый өзіна көзіні байлар. Мен көркем өзімден. Ой, алып кетті. Гневашка, а? Русская жена у татарской муж грязный не бывает. Ketler çakıldı, ketler be! Yapçılar razı olun!
Андрей. Слышь, Андрей. Неужто не признал? Ты не горюй. Покатают и отпустят. Не смеют блаженные обидеть. Грех-то какой. Этот, что ли, Никола Лидеечка дом, а? Этот. Отец твой, да? Отец. А ну-ка, позови. Нету его. А где? Помер. О, слышь, козел! Язва вот всех прибрала. И мать, и сестру, и отца тоже. А Гаврила Лидеечка рядом, что ли, изба? Гаврила? А Гаврил тоже помер. И Касьян мастер помер. А Ивашку прошлым годом татары увели. Один Федор остался. К нему идите пятый двор. Только поторопитесь, лживый. А то он лежит уж хрюкает, Федор-то. Глаз не открывает, того и гляди, приставится. Ну все, больше не могу. Где ж теперь искать-то? Домой надо вертаться. А ну-ка, 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 встань! Ты ж повалился. Домой. Дожили. Колокола неком отлить. Возьмите меня с побой, а? Давайте я вам колокол отолью, а? Ты что, парень, очумел? Князю возьми, а! Да не, правда, я же вам все очень здорово сделаю. Да все равно же никого больше не найдете. Все же перемерли. Лучше меня-то не найдете. А ну проваливай! Ну и ладно! Вам же хуже! Я секрет колокольный знаю. Знаю, да не скажу. Чего говоришь? Секрет знаю! Отец секрет меди колокольный знал. Умирал, мне передал. Его же никто, ни один человек его больше не знает. Я только знаю. Я! Отец помирал, и мне весь секрет. Ну что, возьмем раба Божьего? Какой секрет? Чего он мелит? А ты что, хочешь, чтоб великий с нас 7 шкур спустил? Да врет он про секрет. Ну, а врет, так ему и хуже. А ну-ка, иди сюда. Эх ты. Че? А ну, садись. А изба-то как? Сиди. Ну что, уговорили? Ну давай, давай, Вася, давай. Куда идем, чего ищем? Вася, ну поднимайся. Ну что, здесь будем рыть? Можно и здесь. Только что ближе к звоннице было бы удобнее, а то вон и куда тяжесть какую тащить надо. А что, тут что ли нельзя? А может, а можно. Ну вот здесь и будем. Андрейка! Ага.
Давай, размечай! Копнем, что ли? Вместе. Слыхал? Так ведь мы не землекопы, а литейщики мы. Что ж нам-то в земле копаться? А ты знаешь, что мне отец говорил? Перед смертью. Литейщики, говорит, должны сами яму литейную копать. Ну. Да. И это, говорит, я только под старость понял. Сказал, так и помер. А? Не знаю, что там Никола говорил, а только землю копать я не буду. Нужны будем, позовешь. Ну что? Нашли? Ва. А чего ее искать-то? Вот она. Ага. Она, да? Нет, не то все это. Не та глина. Всегда тут брали. Ну и дураки, что брали. Глина очень хорошая. Андрейка, правда плохая глина? Да, плохая. Ну вот, видали. Ну, идем. Будем искать, пока не найдем. Слушай, Степан. Может быть, мы все это зря? Ну, конечно, зря. Ты посмотри, какую мы с тобой глину отыскали, как следует, посмотри. Сколько трудов положили. Новое место нашли, а ты... Слышь, Борис? Ну, не та, понимаешь? Заладил одно и то же. Август кончается, мы еще глину не открыли. Ты о себе подумай, мне тебя жаль. Ну, ладно, без твоей жалости вон сколько лет прожил. Пойдем, Борис. Пойдем, голубчик. Не могу. Знаю, твердо знаю. Не та глина. Ну, а какая такая та глина? Я знаю, какая. Эх. Ну и ладно, мне такие не нужны, понял? И подумаешь, без тебя обойдемся. Не нужны мне такие. Андрейка! Семён! Нашёл!
Дядя Петр! Нашел! Глина! Дядя Семен! Степан! Глина! Глина здесь! Степан! Андрейка! Андрейка! Ну где вы там, эй? Борис! Бориска! Чего? Ну так скапывать! Сейчас иду. Чего? Что говори? Да ну иду же! Где Николай? Николай с утра за лесом уехал. Да лес уже здесь должен быть, ты что? К вечеру должно быть. Какого вечеру? Чем я сейчас буду крепить? Ну, Николай с утра уехал. Да пошел ты со своим, Николай, дурак твой. Николай. А ты что стоишь? Работай, работай! Не соглашаются купцы? Как не соглашаются? Заломили втридорога. Говорят, такая веревка еще дешево. Ну, покупай, что же делать? За такую цену покупать? Покупай, говорят. Так тебя же князь прибьет. Мы же его разорим в конец. А мне теперь все равно. Покупай. Дорогу. Уйди, отец. Прибьют тебя здесь. Зашибут. Без меня не вкапывайте. Борис! Сейчас я. Ну что? Не выдержит форма здесь. Еще слоем надо плетать. Да каким слоем? Давно пора все глиной обмазать. А вы еще каркаса не сделали? Да вы что? Да еще укреплять надо, а прутья все кончились. Ничего укреплять не будем. Заделывайте. Чтобы к вечеру обжиг начать. Смеется он, что ли? Если форму как надо не укрепить, она же меди не выдержит. Треснет. А если завтра снова снег пойдет, мы обжиг не успеем начать. Что, работа не пропала? Меня ж тогда засекут, не вас! Да не выдержит форма здесь! Заделывайте форму. Слышите или нет? Не буду я этого делать. Не будешь, не надо, можешь убираться. Андрейка, давай заделывай. Он тоже не будет. Форму заделывать будешь? Да не выдержит она меди! Еще плетать надо. Ты меня слушать будешь? Кто здесь главный? Еще слоем надо. Федор! Федор! Здесь я. Сечь вот этого. Ну? Да не этого. Вот. Работать отказывается. Приказа моего не слушает. Я вам покажу, кто здесь главный. А вот твой отец нас не так жаловал. Отца мы его вспомнили. Вот во имя отца его и высек. Давайте, заделывайте. Борис! Бориска! Без меня вкапывайте. Тебя же ждем. Ну, вкапывайте без меня. Полезаю в поспи малость. Что смотришь? А? Что, язык проглотил? Или оглох? Что, жалко? Иди, иди, пожалей. Чернец. О, Господи, царь чудес. Ну, заходи левее. Забивай Thank you.
Бориска, слышь, Бориска, проснись. Бориска! А? Я уже обжиг начал. Ты что? Почему ты без меня? Я же сказал, чтобы меня разбудили. Я сам знаю, когда. Петр! Петр! От князя приехали. Тебя спрашивают. Ух ты! Ух, где жарко-то! Ой, жара! Хватит! Хватит с вас! Маловато. Серебри яйца-то. Скажи князю, пусть не скупится. Мало прислал. У нас великий князь никогда не скупится. Ничего не знаю. Еще полпуда надо. Какая разница? Полпуда больше, полпуда меньше. А кто секрет колокольной меди знает? Я? Или ты, может быть? Так вот передай князю, пусть не скупится. Еще полпуда надо. Ты чего? Я из великого теперь сколько хочешь. И провытрясу. А колокол ты не зазвонит. Признал я его, пейте его, все пейте, пейте монаха. Право на человека бросаться не с того ни с сего. Спутал ты его, опоздался еще бросаться. Держите его. Нет, я не спутал, я его хорошо признал. Какой был красивый, гладкий. Тоже поптаскался. Пусти! Я из-за него! Я 6 лет в яме просидел! Вот! Пол ежика мне отхватили, да? Смотри! Пусти! Пустите! Пустите! Пустите меня! Прибью! Прибью! Не виновен он, братцы, не предавал он никого, вот вам крест святой не предавал. Господи, за что ж наказание-то это? Меня бей, его не тронь. Встань! Встань! Встань, ну! Тяжелый ты. У князя шут помер. Меня звали Шуты. Я подумал, а что мне князь-то? Я лучше по столярному делу. Вот. А этот я признал. Признал. Это он меня продал. А? Дайте, что ли, выпить-то. Гляди, гляди, портрет потерял.
Оттаскивай! Борис, Борис, во второй первый месяц тебе! Пантелей, пробку возьми! Ну как третий, посторонись! Ну что, здесь твои же не гляди печи! Ну так что же, дров-то встретил, будет ли подбрасывать? Застудишь же, пей, что ли! Я подбрасывал! Лезешься! Ну, плесни на рукав! Ну что стоишь? Работай! А подкладывай! Давай! Скорее, скорее! Тебе трава потаси! Подкинуть еще во вторую бить! Подкидывай, подкидывай! Давай! Ну! Качай! Давай во вторую еще! Качай, качай! Чего вам еще водиться? Ну, я кибушкарю! Давай, ведемся! Да! А, хорошо, еще одно! Качай, качай, что стали? Борис! Бориска! Бориска, где Борис? Борис, пошел! Он клетью пошел! Ой, да жара прям тоже падает! Давай, 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 давай! Борис! Да! Вторая треть печь готова! Теперь скоро будет готова! А, Борис! Качай! 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 Покажи рот нацелил! Ну что? Иди, иди! Все уж готовы! А ну открой! Все готово. Ну, начали что ли? Давай! Давай! Ну! Заливай! Ну! Пошла! Бориска! Пошла! Пошла! Глядите! Пошла! Господи, помоги, пронеси!
Андрейка! Твой денек будет завтра. Сейчас поспать бы. Борис! Бориска! Пошли, что ли? Сейчас. Тут я. Тут вот что получилось, Андрей. Я все думал тут, решил сказать тебе. Завидовал я тебе сам, знаешь как. Так глодала меня зависть, это что просто ужас. Все во мне изнутри ядом каким-то подымалось. Не могу, ты устал, я и ушел. Из-за тебя ушел, истинный Бог из-за тебя. А как вернулся и узнал, что ты писать бросил, успокоился. Легче как-то стало, а потом забыл. Только бы священное писание успеть до смерти переписать. Суров игумен, нелегкую епитимью на старости лет положил. Ну, да теперь уж, видно, не успеть. Да что я каюсь-то? Нечего мне перед тобой каяться. Ты и сам грешник великий еще поболее меня. Да-да, поболее. Я что, червь ничтожный, с меня и спроса нет. А вот ты, ты что? За святые дела, какие свой талант от Бога получил? В чем заслуга твоя? Господи, не о том я все. Я ведь знаю, Никон тебе третьего гонца прислал. Уговаривал вернуться Троицу расписывать, а ты их всех отослал, даже говорить не стал. Я правду скажу, не солгу, тогда в душе моей грязной, там, в глубине самой, радостишка такая маленькая, тоненькая шевельнулась. А вот нынче жизнь кончаться, душа на покой просится. Никону твоя жизнь, фу, ему все равно. Он тебя для того и зовет к себе, чтобы твоим талантом свою силу и власть укрепить и прославить. Только Бог с ним, с Никоном-то послушай меня. Послушай, ступай в Троицу, пиши. Ступай, не бери греха на душу. Страшно, это грех искру Божью отвергать. Был бы Феофан жив, он бы тебе тоже сказал. Что, думаешь, не так? Ну, посмотри на меня. Посмотри на бездарного-то. Ты что думаешь, ради чего я вернулся? Ради куска хлеба вернулся, чтобы дожить спокойно. Ведь помру, и ничего после меня не останется. А знаю, что помру скоро. Тебе тоже не так уж много осталось. Ты что, в могилу хочешь свой талант забрать, а? Андрей, ну что ты молчишь? Ну скажи хоть слово. Скомороха-то. Тогда я... Ну, прокляни меня, только не молчи, Андрей! Yeah.
оборваться можно. Ты что, чепун тебе на язык? Да ты слушай. Потрави конец, потрави немножко. Просто просунь сюда. Тут не узлом вязать надо было, а железом крепить. А я говорил Борису. Говорил. Ну что, как? А? А, да. Ну тогда давай, пошли. Уходите все! Ну что у вас там? В чем дело? Все, все готово. Ну давай, быстрее, быстрее, все наверх. Все готовы? Все. Ну, подходи! Подходи! Разбирай веревки. Концы не путай! Священный, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вон какие у меня всем заправляют. Parla dei maestri d'opera. Ты куда? Иди. 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 Ma non ti sembra un po' strano? Sono un po' tutti così. Guardatevi intorno. Давай, давай, дубина. Ну что, как? Помочь или сам качнешь? Давай. Ma, chissà cosa ne salterà fuori da tutta questa baraonda. Tu cosa ne pensi? Secondo me non ne uscirà un bel niente. Chiedo scusa, eccellenza, ma io direi che voi cercate vanamente di prevenire gli avvenimenti. Su, via, dai un po' un'occhiata a tutta questa roba. Cosa ne dici di questi straccioni, di questa goffa impalcatura? Ma no, giuro su Maria Vergine che questa campana non suonerà. Ma non potrà affatto suonare. Vostra eccellenza, vuol fare una scommessa? A me sembra che voi sottovalutiate la situazione senza via di scampo di questa gente. Di quelli cioè che hanno costruito questa campana. Mi devi scusare, ma io per ora non mi azzarderei a chiamare questo coso una campana. Eppure, Vostra Eccellenza, essi comprendono perfettamente che il Gran Principe staccherà loro la testa se questo aggeggio non suonerà. A giudicare dall'aspetto dell'imberbe, si direbbe che è un po' emozionato da questa circostanza. Non ti pare? Vostra Eccellenza, ha sentito dire che il Gran Principe ha tagliato la testa a suo fratello? Sembra fossero gemelli. Guardate che stupenda ragazza. Dio mio.
Отец весь старый, так и не передал секрета. Помер, так и не передал. В могилу утащил, жила рваная. Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в Троицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворила, а еще плачет. Ну, все. Все. Ну, будет. Будет. Ну, чего ты? Будет.